«Тайный маленький дом» – это название персональной выставки Натальи Кашириной. Прочитав однажды стихотворение советской поэтессы Татьяны Макаровой, известная шымкентская художница вдохновилась строками доброй сказочницы. И мы забываем о том, что надо находить радости в самых маленьких вещах, которые нас окружают. И находить место для того, чтобы просто задуматься о чем-то, да, или просто порадоваться чему-то, или просто понаблюдать, позазерцать за окружением того, что есть рядом. Потому что, в принципе, нас окружает много радости, кроме всего плохого. Но мы этого не видим, потому что мы постоянно в какой-то гонке. И когда мы находим вот этот тайный маленький дом, мы наконец-то можем в нем быть теми, кто мы есть на самом деле. Выразительные и в то же время безмятежные картины Натальи отражают ее глубокий личностный подход ко всему, что нас окружает. В наш век триумфа технологий и тотальной рациональности она вкладывает в свои картины столько искренности, гармонии и добра, что поневоле возбуждает в нас ответные чувства. Ну, знаете, художники, они разные же бывают, да? Иногда смотришь сразу и смотришь как-то, как будто все красиво, да? А потом это надоедает. Да? А вот когда вы смотрите ее картины, вот я, к сожалению, забыл название вот здесь впереди, да, то там надо, там смотришь и думаешь, да, и потом уже, ну, как бы появляется что-то, вот как раз то, что вот определяет профессионализм. Смело можно говорить, что все посетители получили эстетическое удовлетворение, ведь искусство, как вещь изначально парадоксальная по своей природе, дало Наталье удивительную возможность выразить свою любовь ко всему во всех ее проявлениях. Алимхан Сингалиев, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».